Спасибо. Я пожилой олигофрен женщина. 29 сек, чел. Не хотел оскорбить дедушку, он его очень любит. На самом деле дедушка классный, и у него большой одноглазый Джеки Чан. Оскорбить дедушку, он его очень любит. На самом деле дедушка классный, и у него большой одноглазый Джеки Чан. А кто затупил здесь? Ну, в смысле затупил, ебать. Типа я затуп или чё? А в чём затуп у меня произошёл? Где я тупанул, дядя? Не, не понял. А где я затупил? В том, что у меня только что вот это в игре, вот это там... Типа, если я играю в какую-то игру, и у меня что-то не получается, типа я затупил. Блять, а как иначе-то? Ты то есть играешь в игры, и у тебя, ну, то есть всё получается всегда, да? Игра для того и создана, чтобы какие-то там преодолевать сложности на своем пути, правильно? Ведь жизнь тоже так сложна. То есть получается, все, что у тебя не получается, ты затупил. То есть получается, я человек затупок. Да. Что это за бред? Это что за бред, дядя? Что это ты мне за бред предоставил? Что это за бред? Это что за бред? Что это за бред? Да это бред. Сука, ну и бред. Бля, сука, бред. Ты чё, пи***р, охуел ты, Ишак? Это чё за бред? Я, сука, просил сегодня поток без бреда. А? Ты что думаешь, я совсем тут дебил или что, не понял, сука, прикол или что? Вот это, сука, типа я, и вот то, сука, типа я. Только вот то, сука, типа я в виде пены, нахуй, у меня, типа, на голове насрано, ебать. То есть, у курицы сидит. Что за бред, блядь? Слушай сюда, жиролик. Поиграть в игру хочешь? Кому мне это говорить? Я так и знал, что ты согласишься. Правила игры просты. На потолке закреплена туннель. Если ты ответишь неправильно на один и единственный вопрос, то умрешь как женщина. Все понял? Отлично. Я уверен, что ты справишься с этим вопросом. А я понял прикол. Абсолютно все ли его прошли? Если что... то этот вопрос был взят из учебника для дошколят. Итак, начнем. Какие цифры принято называть арабскими? Сука. Тут концепция реально сильная. Вот тут реально есть концепция. Зовите лысого батю, пусть заценит. Ему понравится. А, он видел, да? Жировик, блядь. Надо было в конце сказать, назовите это марку машины, которая 1.4 турбо ведра. Ха-ха-ха!
Слушай сюда, жиролик. Играть в игру хочешь? Да просто, просто. А кому мне говорить? Я так и знал, что ты согласишься. Правила игры. Лютая хуйня. Котик скажет, мяу-ай, енотик скажет, я не мужчина, а сухач скажет, я аферист, как Леще Мавроди. Если ты ответишь неправильно на один единственный вопрос, то умрешь как женщина. Все понял. Отлично. А чё как, бля? Я уверен, что ты справишься с этим вопросом. Абсолютно все, кто здесь были, его прошли. Если что, то этот вопрос был взят из учебника для дошколят. Итак, начнем. Какие цифры принято называть арабскими? Боже, сука, ну это реально. Это, сука, и бред, с одной стороны, и антибред, да, сука? То есть, ну реально, сука, мне не нравится вот это, сука, вот это, да? И вот это, сука, вот это вот. А так вообще с концепцией. Реально, здесь уже глубокая мысль запрятанная. Что там написано? Это бред. Аля. У, сука. Смотря. Ля-ля, печь ебаный. А, это кабан. Ох, ебать! Смотри! Абрикос! Ля! Ева! Смотри! Ля! Ля, сука! Что за бред? Иди нахуй! Суки! Сука, ну что за бред, что за бред? Тоже сильно, прям вообще видеофайл реально мощный. Красиво, реально молодец, братишка, молодец, реально мощный пацан. Однозначно получил сердце. Получил сердце, да. Так, 500 подписчиков у него будет-то, значит, новый видеофайл. Базара эскалы. Что это за бред? Опять ты зашел в тупик? Жена снова пилит тебя, что нихера не зарабатываешь. Дети ходят в засранных шмотках, а друзья над тобой смеются. Я бы тебя понял, будь это 2 года назад. Сейчас мне это чуждо. Знаешь, люди это те же животные. Самки выбирают, с кем им продолжать род, а сильные самцы убивают за самок и высокий статус в стае. Так же и у людей, только намного масштабнее, кровожаднее, иногда даже опаснее для других стай. Из обычных бумажек с забавными картинками люди устраивали такое, от чего волосы дыбом встают. Но ты, дорогой мой барбос, можешь наглуть эту систему. Обхитрить животные инстинкты, вообще забыть о тех проблемах, с которыми ты ко мне пришел. Тебе нужна всего лишь одна вещь. Узнаешь? Да-да, он самый. Легендарный и столь всеми ненавидимый гладикоин. Его еще одно время называли кружкой из-под пива с двумя ручками. Кстати, а ты знал, что гладикоин стал партнером Ammon Solutions, благодаря которой регулярно разыгрываются место под солнышком удачи, богатства и вечного успеха. Представь, всего лишь одна маленькая монетка и весь мир у твоих ног. Женщины, дорогие авто, рестораны, модные тряпки.
Что ты там еще любишь? Тушенку? Тонны тушенки. И что самое главное, статус обладателя Гладикоин. Кстати, если ты сейчас же не поднимешь свою задницу и сделаешь, что нужно сделать, то, возможно, в скором времени ты будешь сидеть на моем месте и рассказывать другому зиблу, что да как. Не мороси и хватай удачу за хвост. Ну что ждешь? Solutions. Чё тормозит? Интернет, сука, высокоскоростной, блядь. Тормозит видео, как будто из Италии. Да-да. Вот она. Вот, пожалуйста, вот. Да, вот именно благодаря этой монете я стал миллионером. Вот. Вот то, что меня с колен подняло. Вот. Гладкоин. Гладикоин Маска. Да, он самый. Легендарный и столь всеми ненавидимый Гладикоин. Его еще одно время называли кружкой из-под пива с двумя ручками. А, вот, пожалуйста. Не, концепция-то есть, она имеется здесь 100%, да. Да.